Хейо, гайс, вами Жимки, мы продолжаем проходить игру под названием Фриз, да? Фриз. Хорошо, погнали в последний город, по сути, если это город. Потому что у нас один был более-менее, там мы получили прилично запчастей. Другой у нас вообще пустой был, а здесь даже жители есть. Ни хрена себе. Там нужно дохера. Ух ты ж, ё-моё. Чё, поехали. Даже в курсе, я понимаю, что они говорят. А что у нас по этому? Смотрите, здесь есть еще вниз куда-то спуск. Здесь есть секреты еще. Очень громкая музыка. Очень громкая музыка. Она просто бьет по ушам. Какой-то трон. Там у нас кубов не хватает, но там нужно все кубы, которые у нас есть. Вау. Слушай, сов. Узри их чучело. Забери парламент. Ага, сову, да? Ого. Еще одна дверь. Для этой требуется 1, 2, 32 куба. За этой дверью должно быть что-то по-настоящему особенное. Как тогда пустые дома? Громкая музыка. Хорошая рыжуля, да, давай откроем дверь, чтоб я сейчас встал и закрыл дверь. Толстяк, пускай лампа входит в сундук. Ты чё, мой? Рыжий толстяк. Так, три пацаненка, какие-то медузы или что это? По идее, какие-то медузы. Еще один ключ. Найс. Найс. Ладно, залезем наверх. Потом по фасту... А, они строят портал. Поехали. Это последняя у нас дверь остается, получается. Это ихняя школа, но я не понимаю, что здесь вообще написано. Так, ну, в принципе, должно быть все. Еще где-то секретный уровень есть вот под уровень. Ну, я не понимаю, как туда вообще попадать. Но это, скорее всего, вот это вот под уровень, если сюда войду. Поэтому можно отсюда выбираться. Можно отсюда выбираться. Потому что больше здесь мы ничего не найдем. Теперь у нас остается только телепортироваться туда. Где мы с вами, так сказать, были, не были. Поехали, нам нужно к маяку. У нас 4 ключа. Сейчас будем с вами путешествовать, используя эти наши ключи. Так, тут часовня. А мне нужен маяк. Острова, вот маяк. На заднем фоне показано туда, куда мы можем телепортнуться. Может, вот эти алтари, которые типа стоят
Но актив. Давайте попробуем. Я не знаю. Типа, у нас есть артефакт, который не работает. Да. Классно. Ладно, смотрим. Здесь у нас секретно есть подуровень еще какой-то. Как обычно, хер пойми, куда это значит идти. Ага, кстати, а где у нас здесь дверь была? Или это в часовне было стоять? Где часовня? Ой, блядь, как же сложно. Как же сложно все это. Где я тогда был? Блин. Где что видел? Где вообще находится наша... Или мельница-то была? Что тогда было? Сейчас сгорю, блядь. У меня уже жопа припекает, начинает. Мне нужно, где у нас закрыто. Где нам у нас замок? Где у нас что? Портал. Секреты. Часовня. Где мне нужно было ключ тратить? Мельница, вот она. Нашлась. Ну, не так уж много времени пришлось, чтобы понять, куда мне дальше идти. А так, какой это портал? Вот это уже другой вопрос. Так, это у нас с личиком, да? Телепорт. Это сюда телепорт. Мне нужно телепорт в зону, которая находится за маяком. Мне нужно на мельницу. Вот наша мельница. Чтоб туда попасть. Ага. А чтобы туда попасть, мне нужно... Окей, держу в курсе. Держу в курсе. Как мне туда запрыгнуть? Ладненько. Можно шустрее. Спасибо. Опа, вот этого я раньше не замечал. Стоять. А вот этого я раньше не замечал. Поехали. Открытая дверца. Открытая дверца. А это проход еще выше, но у нас еще какой-то там есть дверь из камешков. Ого. Вот оно что. А вот здесь я могу даже и ключ заюзать. Скорее всего, это от дома. Ключ будет.
Так, хорошо. Ключи у нас есть, поэтому не страшно. Так, здесь у нас сундук. Смотрим сначала таким образом. Раз, кусок. Прикольно. Уев. Еще один артефакт. Картам. Нам дали карту. Понятно, что карта, которая у нас не будет работать нормально. Хорошо, выбираемся отсюда. Так. Что, что, что? И? Интересно, что это такое? Ну, я не знаю. Но мы таких много видели. Поехали в домик. Может, в домике найдем? Смотрите, здесь еще что-то есть. Там еще целый объемный. Может, нам как-то нужно сломать эту херь? Допустим, здесь пола нету. Как я тогда за карту вылетел? Я помню, как ты за карту вылетел. Надеюсь, у вас там игра не ломается. Ладно, поехали. Не могу я. Не. Чё, блядь? Чё это, блядь, такое? Как я тут вообще оказался? Кубик. Смотрите. А, не, показалось. Как это чертовщина. Раз, дверь. Два, три, дверь. Ух ты ж, ё-моё. Неплохо. Неплохо. Так, не в ту сторону. Давайте сюда начнем. Совы, как нам сказали, нужно следить за совами, да? Так, ты хочешь, чтобы я с совой, да, поговорил? У меня мурашки от этих сов. Смотри, по сути, тут тоже какая-то секретка есть.
Ну какая, я не понимаю. Может, нам нужно типа голову открутить? Ладно, пошлите отсюда. Но артефакты в таком ничего в духе я не могу использовать. Ну куда-то и там еще все равно проход есть. Мне кажется, когда оно мигает, я могу провалиться. Сюда, сюда. Сойдет. Я по этой, да, тогда полз или нет? Да, по этой. Кладбище. Чёртовое кладбище. А как мне наверх залезть? Ни хрена себе. Значит, я тогда все-таки что-то да и видел. Смотрите, еще можно увидеть, на них капает, на эти платформы капает дождик. Ух ты. Ух ты, ух ты. Теперь ясненько, что я тогда видел. Ай. Это проход к большому, да, чему-то? Го, вернемся лучше. Го, лучше вернемся. Но их все равно, как бы, видишь, когда дождь капает. Хорошо. Там еще часть кладбища какого-то. Но оно там маленькое, там без всяких этих квадратиков. А здесь есть секреты. Ну тут я не могу на черепа наступать. Ты ж ё-моё, совы какие.
Ну что-то было, да? Видели? Призрак, призрак. За пределами жизни открытый космос. За пределами космоса жизнь наружу. И тут снова же секретка. Так, на нагробиях ничего ж не написано. Да нет. Иногда без понятия. Ладно, возвращаемся. Тогда возвращаемся. Тихо, 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 тихо. Полетели. Мне черта... Это, черноточина бесит. Черноточина. А здесь у нас еще в три под уровня. Отсюда туда, это понятно, хорошо. Под замочком дверь. Хорошо. Это хорошо. Далее. Так, ну это внутрь здания, поэтому сюда можно. Оно ж меня никуда не телепортнет. Нет. Ладно, поехали. Будем входить туда, где мы не будем. Не знаю, куда мне это доведет. Короче, никуда хорошего. В никуда. Но здесь что-то да есть. Потому что здесь проход раз секретный. И много каких-то дверей. Может, вот это оно и есть, стоять. Или нет? Типа оно все одинаково выглядит, как бы. Что-то непонятно. Что-то вообще ни хера непонятно по этим картам. Ну ладно, давайте выбираться отсюда.
Теперь думать, как мне наверх выше подняться. Там, где еще сундук. А, все вижу. Тут еще один призрак. Не верь гиперкубу. Не верь гиперкубу. Окей. Чтоб не верить, мне его еще собрать нужно. Что, дадите ключик? Карта. Очередная странная карта. Давай тебя посмотрим. Чё? Как? Что они мне дают? Я не понимаю. Может, это стены? Сложно. Опасно. Вот что-то, вот видите, как бы изображение какое-то такое, непонятно. Может, это я когда прыгаю? Походу, да. Ладненько. Хорошо, давайте тогда представим, что карты — это у нас показатели. Круто. Круто. Это оно? Нет, тут не одно. Ай. Ауч. Хорошо, давай сюда. Поехали. Карта. Дверь пустая, да? Дверь. Как это понимать? Не понимаю. Как работает артефакт? Блять. Тупые карты. Карты сокровищ, которые не понимаешь, как они работают. Они все одинаковые. А, ладно. Давайте возвращаться тогда. Возвращаемся тогда к порталу. Там еще один камень. Приехал. О, хотя бы его не потерял. Куда телепортируюсь хотя бы? А главное этот. Я просто не знаю, ребят, типа. Скоро серия закончится, потому что я не знаю, куда дальше идти. Не все.
В принципе, как вариант, нам еще можно сходить к этому. К мельнице. Но я не знаю, как к мельнице попасть. Как к мельнице попасть? Тихо. 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 Вот мельница. Нам отсюда нужно. Ты хер попадешь своим путем. Давайте попытаемся портал найти. Это он? Я уже не помню, куда что меня телепортирует. Зачем мы вообще портал открываем, если у меня только два открытых телепорта? Угу. Ништяк. Осталось найти мельницу. Мельница, 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 мельница. Чертовщина. Куда бегай, ищи, хер знает еще где найти. Мельница? Да, мельница, все отлично. Теперь нам осталось залезть наверх. А у меня все механизмы. Они все построились. Хоть радует этот моментик. Круто. Нах. И ж как мне это обходить? Вы кончены? Почему они вообще появляются? Почему эти... Там появляются. Ладно. Давай через низ. А дальше мне не залезть. Вот это самое тупое, ну нахуй. Нахуй я так делать? Зачем ставить эту хрень прямо у меня? Как ее убрать? 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 Мне тут дырочка. Как ее убрать, блядь? Как ее убрать? Мне сейчас башка, блядь, лопнет. Я просто сейчас туда-сюда хожу и выхожу. Короче, это будет последняя серия, если я сейчас не пойму, что мне дальше делать с игрой. Я просто уже психи бьют, у меня же нахуй терпение лопается. О, они сюда приехали, здравствуйте. Как говорите, здравствуйте, блядь. Все, значит, идите в сраку, я пошел туда. Единственное, я вижу, которую пасхалку в этой игре, это на заднем фоне значки Тетриса. Все. И все.
Хотя бы так могу залезть. Хотя бы так. Кто вы? Давай, мне сказали с собой разговаривать. Так, Гексадр Актары Декар Агдер. Ее священная геометрия. Часе. Держу в курсе. Залетаем. Хрень забираем. Давай, ключ мне, да, дашь? Куб. Куб, 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 куб. И все. Хорошо, мне сказали про геометрию. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.